Спортплощадки были построены на территории образовательных учреждений. Самый большой комплекс открылся в 7-й школе. Он включает в себя все, что необходимо для полноценных занятий спортом. Турники, брусья, шведские стенки и тренажеры. У нас муниципалитет остро нуждается в спортивной инфраструктуре, в развитии ее, укреплении материально-технической базы, непосредственно в области физической культуры и спорта. Вот. И данная площадка только укрепляет нашу базу и позволяет нашим подрастающему нашему поколению заниматься в более доступных местах, непосредственно вот на территории школы.